4 сентября в поселке Пангады состоялось торжественное открытие нового объекта. Право перерезать красную ленту и объявить экологическую площадку действующей предоставляют генеральному директору общества «Газпромдобыча Надым» Сергею Меньшикову, главе поселка Игорю Ярошу и начальнику МГПУ Алексею Дарымову. Работа над созданием объекта длилась более 2 месяцев. Продумывалась каждая деталь. Теперь это местная достопримечательность. Экологический парк, образовательная площадка, арт-объект, технопарк. Характеристика широкая, а название звучит так – «Перекресток миров». Он находится на улице Ленина. Самое главное в этом вот всем, в этой затее, чтобы дети, которые вот живут вот на поселке, правильно и грамотно изучали вот все проблемы, которые существуют с природой. С учетом глобального потепления, с учетом утилизации отходов. Вообще это культура. Пангадинцы шутят. Это наш ответ на дыму. Экологическая площадка появилась по инициативе руководителя компании «Газпромдобыча Надым» Сергея Меньшикова. Она разделена на 2 зоны. Предполагается 2 возможных сценария будущего развития планеты Земля. Черная, лишенная жизни, натуральных цветов природы, либо чистая, зеленая планета. Жители техномира вынуждены постоянно измерять уровень радиации. Их окружает железная действительность. Окружающая среда давно изменилась. А в экологической зоне располагаются мельницы, клумбы, деревянные беседки. Руководство компании «Газпромдобыча Надым» подчеркивает. Важно призвать всех бережно относиться к природе, оберегать ее. И обязательно задуматься о том, какой урон человек своими действиями может нанести природе. Тут действительно были задействованы все службы поселка, в том числе не только «Газпромдобыча Надым», также участвовали «Газпромподземремонт», «Уренгой» и подрядная организация, которая на капремонте работает. Но сработали слаженно здесь и сумели в кратчайшие сроки подготовить этот объект к запуску.